отрасль ЖКХ для города имеет первостепенное значение. Без эффективной работы коммунальщиков невозможно развитие курорта. Сегодня система жизнеобеспечения работает в Сочи без сбоя. Мне хотелось бы заверить жителей города, что мэрия города во главе с Анатолием Николаевичем работает таким образом, чтобы город был всегда чистым, чтобы вся система жизнеобеспечения работала функционально, качественно, в штатном режиме, без сбоев. Лучших представителей отрасли ЖКХ и бытового обслуживания награждал первый заместитель главы города Мукдин Чермит. Несколько человек получили знаки почета за трудовые успехи на благо города Сочи. Среди награжденных начальник очистных сооружений и канализации Адлерского района Юрий Моисеев. Он отметил, что благодаря зимним играм вся система очистки сточных вод была кардинально изменена. Благодаря Олимпиаде, которая прошла в нашем городе, и тех средств, которые потратили на инфраструктуру города, в частности, вот на очистные сооружения Адлерского района, были потрачены очень большие деньги, применялись самые современные технологии, и на сегодня там оборудование высочайшего класса, специалисты хорошие работают, которые приносят те самые плоды, чистую воду в море. Но после Олимпиады увеличилось и количество жителей. Прирост почти в 200 тысяч человек. А это значит, максимально выросла и нагрузка на систему жизнеобеспечения. Тем не менее, везде порядок. Всего в городе насчитывается более 150 коммунальных предприятий. В них занято более 8 тысяч специалистов. Приглашенные были отмечены также грамотами и благодарственными письмами главы города. В их числе и сотрудник муниципальной бани. Парились и иностранцы, да, вот, и итальянцы. Я так как знаю испанский язык, так что я могла общаться и предложить. Были у нас с Японии ребята, тоже парились, так что и чаем угощали, да, и веничек дарили. Стремительно модернизированная отрасль ЖКХ подарила курорту стабильное электроснабжение, чистую воду, убранные улицы. Все это заслуга каждого работника городских предприятий. В свой день они тоже получили подарок – праздничное настроение творческих коллективов города. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.